Достаточно трудная дорога у нас была. Долгий перелет ночной, плюс переезд еще с аэропорта до гостиницы. Четырехчасовой или сколько, трех, да? В общем, тяжело, тяжело. Доехали, но поспали, дали время отдохнуть. Сейчас размялись, побегали. В общем, впечатление уже после второй тренировки, можно сказать, что хорошее. В чем различие между первым сбором и вторым сбором? Ну, первый сбор, он, я думаю, такой, больше бегов, больше работы такой на физику. А сейчас, я думаю, мы, скорее всего, будем уже работать, ну, командное взаимодействие, что-то такого плана. В целом, что на том сборе, на первом сборе нужно работать, на втором, на всех сборах нужно работать, они ничем не отличаются.